Накануне мощи святой Зосимы Янатской уже побывали в трех оренбургских храмах. Сегодня их принимает церковь Дмитрия Солунского. Настоятель и игумен Никодим под песнопение бережно несет позолоченный ковчег. Прихожане крестятся и прикладываются к нему. Святая угодница Божия ближе всех нашему Оренбургскому краю и Башкирии. Поэтому мы с радостью ждали того события, того дня, когда мощи будут пребывать в нашем храме, чтобы и вы молились, приходили в эти дни, чтобы Господь предстательством и молитвами святые преподобные Зосимы даровал нам свои великие и богатые милости. Святая Зосима родилась в 1820 году в селе Сенцовка Шарлыкского района и прожила 115 лет. Была настоятельницей Покрова Янатского монастыря, в котором открыла святой источник. Изгоняла бесов из людей, но больше прославилась целительством и прозорливостью. Она предсказала, что она умрет в свой день рождения. 1 марта она родилась, 1 марта она умерла. И 1 марта в этом году, почти через 80 лет после ее смерти, у нас замироточила в монастыре икона, которую подарил нам архимандрит Серафим, которому она ножки исцелила по нашему акафисту, на которых ножках он и ходит по сей день. И после земной кончины святая Зосима продолжает творить чудеса исцеления. Прихожане идут к мощам со своими просьбами. Даже десятилетия атеизма у оренбуржцев не убили веры в чудо. Верю. И хочу попросить, например, у меня вот уже нет. Болят ноги, может, полегчает. Все равно что-то там есть. Надеюсь, что-то лучше. Спасибо. Облегчение какое-то. Чудеса есть, надо только в это верить. Примеров, когда святая Зосима помогает людям, сотни, говорит монахиня. В Оренбурге в том году одна женщина шла на операцию удалять плод из себя. Признала УЗИ, что плод мертвый. Она же ей подсказала, что ты иди к матушке Зосимушке, поговори с ней, попроси ее. Каково было удивление самих врачей в первую очередь, что и пульс-то бьется у ребеночки, ребенок живой. Это нужно было событие видеть. Это было чудо. У оренбуржцев есть две недели, чтобы помолиться святой Зосиме в Дмитриевском храме. Ее мощи пробудут здесь до 10 декабря. Преподобная мать наша Зосима, моли Бога!